Здравствуйте, с вами канал «Вкусный огород Барнаул». Заканчивается первая декада июня, погода стоит солнечная. И сейчас хотел уделить некоторое внимание луку, который выращиваю из семян. Уже немного рассказывал про то, что у меня два сорта лука. Один лук шалот стиляга и второй лук это халцедон. И вот их посеял, как обычно это делаю, и столкнулся с такой проблемой, что лук стиляга, вот он взошел, ну, более или менее нормально. Вот его всего один рядочек, вот он. И вот он, ну, и взошел, ну, я считаю, неплохо, и растет хорошо, никаких проблем нет. А вот с луком халцедон, который тоже из семян попробовал вырастить на севок, ситуация гораздо более плохая. Сейчас уже окончательно можно подвести итоги, потому что июнь уже в разгаре, и ожидать уже каких-то всходов теперь уж точно не приходится. И вот видно, как плохо взошел этот лук. Просто единичные вот такие вот росточки, которые появились некоторые только через месяц после посева. Это, конечно, неправильно. Много лет выращиваю свой севок из семян. И вот, бывает, приходится сталкиваться вот с такими проблемами. Прошлый год чернушка, то есть семена луков, сходили намного лучше. Ну вот здесь три рядка лука халцедон и один рядок лука стиляга, лука шалота. И вот халцедона намного меньше. То есть он зашел, ну я не знаю, раз в 10, если не в 20, хуже, чем лук шалот стиляга. Как можно это комментировать? А так, что семена некачественные. Такое, к сожалению, бывает. Что тут делать? Выращивал я лук из чернушки из своих семян. То есть выращивал семена сам, чернушку так называемую. И вот в этом случае схожесть получается, ну, я не знаю, очень хорошая. Ну, вот примерно как вот здесь. Конечно, делать это несложно, но просто есть возможность переопыления. И как-то проще иногда купить. Но вот как вот поступать в этом случае? Купишь, и сеял ведь очень густо, и вот такие всходы. Ну, и сколько здесь вырастет севка? По пальцам пересчитать можно. Уж не говоря о том, что он должен расти густо, чтобы был не очень крупный. Так что вот такой результат. А лук халцедон очень мне нравится. Полный цикл этого лука выращивал. И вот видно, опять придется выращивать свои семена чернушку, чтобы получать свой севок и потом получать уже товарную луковицу. Хотя, конечно, проще купить, но сами видите, результат не всегда в этом случае бывает хороший. Страшного в этом ничего нет. Все равно, конечно, лук халцедон у меня имеется. Растет нормально, будет урожай. Ну, вот такие неприятные моменты иногда бывают. Ну и, конечно, несмотря на вот такие моменты, отказываться от лука ни в коем случае не собираюсь. Продолжаю его выращивать, поскольку без лука и огород не огород. Просто нужно учитывать вот такие вещи. В конце пожелаю всем огородникам тоже выращивать лучок, получать хороший урожай, кушать его с удовольствием, быть здоровыми, поскольку это очень полезная культура. Всем всего самого доброго. До свидания.